Всем привет! Мы пришли в город роботов и пытаемся тут чего-то посмотреть. Можем вас обнять и даже дать пять. Конечно, вставай. Сейчас вставай. Тебе сейчас сам подъедет, а ты аккуратненько вот здесь прямо здесь, хорошо? Аккуратненько. Вот. Прямо на входе. Робот обнимает. Классик Форева. На грани фантастики. Роторный экскаватор. Он работает и крутится. Но сейчас пока остановлен. Вообще работает. Вон там на фоне работает другая. ЭБ-8. На руку надевается браслет, и беспроводным интерфейсом можно провести робот в холодильнике. Совершенно захватывающе. Какие выборы? Тут-то рабочие. Они абсолютно сами решают, что им делать. Я никак не как стоящий. Ну вот он еще более-менее слушается меня, то есть я говорю встать, когда он просыпается, если он встает. Настоящий робот щенок. Да, он, в принципе, реагирует на это. Обычный ведет себя как настоящий щенок. Они изначально он знает, у него есть свой определенный словарь, и он подписывает слово. Робот собирает кубик Рубика. И похоже соберет. Во всяком случае круто. Вот ЭБ-8 и поехал. И он едет. Достаточно только махать рукой. Вот так. А вот и заработал экскаватор. Вот так он крутится. Это повороты, это разные действия.